Специально для тебя оставила. Будешь такое? Давай лучше на столе. Легче помыть, чем на полу. Ой. Залез на стол. Думал, что тут что-то вкусное дадут. А я дала. Я Марсельку варила яйцо. Мы всем давали, а Марселька спал. А что ты ему оставила? Яйцо. Может, ты почистила его? Нет. А что ты не почистила? Потому что я ему так дала. Что значит так дала, когда надо чистить? Ну, ему же так интереснее, Саша, достать. Нет, ему не интереснее. Интереснее. Леополь, ты что, тоже яйцо хочешь? Смотри. Это лишь бы украсть у Марселя. Ну, ешь. Так, Марсель кушает вкусненько. Да, там мы попугаем варили, и это, я говорю, надо одно Марсельки сварить. Леполь, неужели тебе яйца вкусно? Я тебе еще сварю. Ты же мясо ел. Хорошо. Раз ты любишь яйца, сварю. Вот так у нас очень вкусно любит Марселька покушать. И не жадный поделился с Леопольдом. Самых два голодных, я поняла, да? Марсель и Леопольд. Эрик, а ты не хочешь? Даже не смотрю. Но яйцо только одно. Может, больше нельзя. Я же не знаю, сколько можно. Ждут у моря погоды. Все, убираем. А белок почему не доел? Давай. На. Надо было действительно почистить, что ли. Марсель. Вот белочек. Ну, сейчас я положу телефон, дочищу тебе, если ты сам не можешь. Хотя он уже почти все съел. Сейчас я вам дочищу. Ой, господи. Я не думала, что вы не умеете чистить. Леополь, ты такой голодный, на. Все, давай будем мыть стол. То сейчас пойдет папа, будет ругаться, что такое срач я сделала, что я не почистила яйцо. Я же не знала, что надо им чистить. Он всю жизнь сам воровал и сам чистил, да? Всю жизнь. Иди запей теперь водичкой. Молодец, хороший, хороший, золотой, прекрасный. Ой, какие красивые усы у тебя, прелесть.